Американский художник, скульптор и общественный деятель Кит Харинг писал: «Искусство должно быть чем-то, что освобождает вашу душу, пробуждает воображение и побуждает людей идти дальше. Искусство, в том числе и изобразительное, играет огромную роль в развитии человека и жизни общества. Являясь художественным отображением действительности, оно оказывает сильное воздействие на развитие личности, формирует чувства, мысли, нравственность и жизненные принципы. Приобщение человека к искусству просто необходимо. Особенно актуально это в наше время». По инициативе руководства и Совета духовности и просвещения АО «Алмалыкский ГМК» во Дворце культуры «Металлург» организована выставка работ известного художника Зухриддина Исламшикова. Известно, что Зухриддин Исламшикович родился 21 июля в 1950 году в Казахстане, Чимкентской области, в большой, многодетной и дружной семье. С самых ранних лет родители прививали Зухриддину трудолюбие и любовь к родной земле и природе. После окончания школы он окончил Республиканское художественное училище на отделение станковой живописи, затем Ташкентский театрально-художественный институт. Долгие годы Исламшиков преподавал в Ташкентском педагогическом институте по специальности живопись, где воспитал много талантливых молодых художников. Результат упорного труда в годы учебы и практики в таких всемирно известных музеях, как Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный музей искусства Узбекистана, над произведениями великих европейских и русских живописцев отразился в копиях картин знаменитого итальянского художника Микеланджело, в композициях «Бригада Нарбая Эргашева», «Бригада Абдуназара Умарова», в более 10 больших пейзажах и натюрмортах, приобретенных Министерством культуры Узбекистана. Он создал серию значительных произведений, в которых прослеживается синтез искусства Востока и Запада. Это такие произведения, как «Осеннее утро на берегу реки Пскем», «Сельский пейзаж после дождя», «Будущий художник», «Тающие снега», «Гилан после дождя» и «Дорога к святому месту Хазрати Султан», «Вечерний Гилан», «Веселый ручеек», в которых раскрылся яркий талант живописца, тонкого и поэтичного. Творчество Исламшикова, художника и педагога, очень многогранно. Он интересен не только своими реалистичными пейзажами, но и живыми натюрмортами, в которых мастерски передана не только фактура каждого предмета, но и его суть и красота. В дни Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки, проходившего в Ташкенте, зарубежные гости приобрели многие произведения этого талантливого мастера. Его картины украшают частные коллекции в Германии, Турции, Японии, Бельгии, США и других стран. Исламшиков является членом творческого объединения художников Узбекистана при Академии художеств страны. За творческие успехи Исламшиков награжден серебряной медалью Академии художеств Узбекистана и подарком от имени президента. Художник-преподаватель учил своих студентов видеть красоту природы, ощущать свежесть горного воздуха, передавать все это красками и одновременно создавать свои живые пейзажи. Он неустанно повторял: художник должен быть романтичным путешественником, потому что эти чувства дают движение, творческую энергию и вдохновение. В итоге рождаются уникальные творения. А алмалыкчане могут воспользоваться уникальной возможностью познакомиться с малой частью творений Зухриддина Исламшикова на выставке его работ по Дворце культуры «Металлург».